Этот год полон событий. Сначала коронавирус, а теперь еще и очередной астероид, который близится к Земле. Подробнее расскажем в новостях короткой строкой. 2020-й остановись. 5 августа к Земле приблизится астероид диаметром до 190 метров. Это практически размер футбольного поля. Сближение произойдет в 13:35 по московскому времени. Следующий астероид прилетит к Земле в 2137 году. Такие небесные тела относят к Аполлонам, околоземным астероидам. Они пересекают орбиту Земли и поэтому считаются потенциально опасными. Так, более 50 лет назад нашей планете всерьез угрожало столкновение с астероидом под названием Икар. Во второй половине 2020 года большая часть ямальских кафе и ресторанов обречены на закрытие из-за пандемии коронавируса. Многие владельцы точек общепита попросту не захотят открываться после снятия ограничений из-за отсутствия перспектив. Такой вывод делают эксперты. Общепиты внесли в список сфер, которым положены льготы из-за эпидемии. Пожарные Нового Уренгоя продемонстрировали машину с турбореактивным двигателем. Такой автомобиль будет тушить скважины нефти и газа, где обычная техника порой может не справиться. Пресс-служба МЧС сообщила, тест-драйв прошел успешно. Показатели вышли на установленные параметры, а личный состав пожарной части сработал грамотно, слаженно и оперативно. Новоуренгойский детский сад «Ивушка» вошел в список лучших садов России в конкурсе «Образцовый детский сад». Не воздержался от поздравлений и Иван Костогриз, отметив, что дошкольники успешно осваивают там разные программы развития. Также воспитатели приобщают детей к здоровому образу жизни и в целом к патриотическому воспитанию. Лала Гасанова, Вероника Самошкина, телерадиокомпания «Сигма», Ленор 24.